5 утра. Всем доброе утро. Доброе утро всем. Едем на рыбалку, река Днепр. В погоне за лещом. Понравилось нам на той рыбалке лещика тянуть. Хочется еще. Приехали. Уже неделю луна вот такая. Не было больше. Сейчас поменьше чуть. Водички чуть-чуть подбавилось. Ну, вам не видно, наверное. По сравнению с прошлым разом побольше воды. Так, все, разлаживаемся. Потому что лещ ждет прикормку тещину. Так, фидера забросили. Прикормка лящ, наварил гороха вчера. Взял приправу, карри засыпал. Рита еще там наготовила. Думаю, что она на кухне там копошится. Она взяла, нарезала картошки, чеснок. А что тут еще у тебя, Вита? Мои прикормки? Да, картошка, чеснок. Сырая картошка. Ага. А ну сейчас расскажет. Ну, а ну расскажи. Сырая картошка, ложечка крахмала, потом щепотка корицы, щепотка чеснока сухого, но не было сухого, ну, я такого мелко подробила, и 2-3 капли пахучего подсолнечного масла. Понятно. В общем, ты лови на картошку, а я на свою приправу. А ты же мою прикормку мне подцепил. Две твою. Все. А себе ж опарыш и кук. Это ж опять по рецепту тещи. Это ж я продолжаю ее рецепт. А, картошка это тещин рецепт, да? Тоже. Понятно. Она ж тебе вот тут на листочке написала, а мы с шортами. В шортах оставил, постирал. Я думала, ты карманы проверила, а там тут листочек постирался. А вчера же она мне говорит, у меня там все записано, а сейчас я по новой продиктую. Понятно. Ричик. Давай кофе попью. Ричик, ну ты доволен, что ты на рыбалке? Да, он уже не боится, да? Ага. Так уже он. Давай кофейка наливай. Первая поклевочка. Как это не слышу, ничего. Или мелочь какая-то сидит. И ничего. Ничего. Ну, уже зато. Ну, хоть что-то клюнуло. Что-то клюнуло. Один, одинокий, да? Без мамы. Утенок? Ага, без братиков, без сестричек. Потерялся. Это что-то они обычно семьями, да, это прям один.
Серьезно, да? И шо? Ага. На тараночку пойдет. На сенца похож. Сегодня первая ты, видишь, потянула, да? И карасик такой неплохой, да? Учись. Хороший, хороший кабанчик, да? Аж леску выпрямила, видел, как? Да ты что? Не, ну когда клюнула, видел? Не видел. Да ты что? Не успела чуть-чуть, да? Так она не прицепилась. Кто не прицепился? Да. Рыба? Если бы даже я вытащила. Уже не сидит. Да нет. Да сидит, наверное. Mm-mm. Не? Ну, нету. Не знаю. Сейчас увидим. Ты не отходи, ближе подойди, наоборот. Карасик, да? И так у нас не клюет еще эти парни. В полосатых купальниках, группа в полосатых купальниках. Гоцают туда-сюда, туда-сюда. Другой маршрут, да? Ну, раньше... Как-то его поменяли, а теперь опять начали. Да. И все рыбаки ж по берегу сидят, все злые. Все злые рыбаки, ага. Карась что-то приговаривает. Ведро закинул. Ну, ведерочко пятилитровое такое. Два карасика и густера. Потому что в воду не хочется лезть, что-то мне кидать садок. По муляке вот тут лазить, да. И погода сегодня не сильно теплая такая, прохладненькая чуть-чуть. Вита уже четвертую тянет, а я сегодня не одну еще. Карась? Карась, ага. Где ж ты взялся? Карасик. Трепыхается, да? Где же лес? Нормальный карасик. Нормальный. Хороший. Как раз на жарёвку. Да. Ага.
вот такой у тебя карасик, да? Грязный. Грязный? Клюнуло хорошо, но ничего нету. Не, есть. Оно сначала идет, не слышно, Жень. Но я вроде подсекла хорошо. Есть что-то. Карасик, наверное, тоже. Но оно же клюнуло как. Не. А, да. Карась, да? Карась, ага. Вот и твоя рыбка. Так моя рыбка, посекла-то ты. Ну ничего, на твою удочку ж. И хорошенький такой, да? На жарёшечный, угу. Да. Пойдёт. Ну хоть чуть-чуть начала проклёвывать, а то да, сидим, да, да. Сидим уже. Ну мы и в тот раз, вот наша рыбалка, угу. Которая была, тоже часов, наверное, до 9, до 9:30 ничего не клевало. Сидели, ага, тихо. Может сейчас и лящик где-то. Да может. На подходе. Хочется. Еще плящика поймать. Зерно хорошо. Да, да. Что-то есть. Как всегда, да? Карасевич. Да мимо ничего. Что это есть? Карась? Сегодня день карася. Да. Да. Карась, карась. День карася. Заловила все. И чашка в песке я вам поднял. Ну, ради карася, ладно уже. Можно и перевернуть все. Ты не отходи, ближе подходи, наоборот. У тебя большие караси какие-то, а у меня маленькие. А? Я шла уловить рыбу. У меня маленькие ладошки, а у тебя больше ладошечные все. Ну, ты видишь, как у меня карась. Уже третий раз вот тут на моторке. Туда-сюда, туда-сюда. Ну что, сидит что-то? Да не пойму. Есть, есть, ага. Карасямба, наверное. Ричи, завалил стул. Ну, я тебе говорю, что у меня ладошечный, а у тебя поболее. Ну, это я. Это ты. Ну, оно всегда. Ученик от учителя больше ловит. Я ж профессионал, я ж тебя учила, как рыбу ловить надо. Даже? Да, да. Попер карась. А это и даже и не карась. Ну, что скажете? А это... Красавица. Ага. Плотвичка. Глянь какая. Хорошая, хорошая. Я пока ту ложил в ведро, вид она мою уже. Не успел, и эту закинуть. Есть, есть, вижу. Карасик. На твою. Не, винтик. Ну, уже побольше, чем тот, да. Да, да, уже, да. Уже побольше. Нормалёк. Видите, как воды прибыло? Воду толкнули.
и с клевом повесили. Тут ты тянешь, да? Я подтяну. Ты что ты? Ритик, ты что, корма тоже хочешь или что? Садись, вот отдыхай, садись. Или иди охраняй рыбу в ведре. Есть? Да, да. Вот ты ж, в траву где-то зарылся. Зарылся в траву. О, уже побольше карасик у тебя. Пошел, милок, пошел. Видишь, воду толкнули и... И рыба пошла. Повеселее стало, да. А то смотрю, ты уже зажурился. Да я зажурился, что рано женился. Да где ж рано? Ну это как поговорка. Поговорка, да. Что зажурился? Та что рано оженился. О, захватил, да? Ага. Так, ведерочко уже подзабиваем по чуть-чуть. Угу. Нормальненько уже. Ну и хочется тебе там сидеть вот то под машиной. Ну ему надо, чтобы вот уж крыша была, да? Да. Чтоб крыша была над головой. Опять будешь грязнулькой. Боится же, не надо. Приедем, будем купаться опять. Ну так ты боишься, да, Рич? Парусники видишь? Вижу. Что-то есть, но мне кажется, не карась. Поклёпка сейчас такая, посмотрим. Не карасёвая. А может и карась. Да, карась. Ладно. Угу. Мы с Витой дуплетом тягаем. Тихо, тихо. Да ты с одной смотри, вот ты заваришься. Ты ближе подойди. Ну куда ты отходишь, Вита? Знаешь, какой? Лещ. Да иди сюда. Нам такой. Я поймала. О. Лещ или подлещик? Подлещичек, да. Я же говорю, что ты плюнула мне. Ага. Класс? Класс. Вот, видишь, дождали. Еще. Аккуратненько клюет, да, видишь? Да, да, да. Видишь как? Угу. Но это не карась. И притихло, да? Ух ты! Ух ты! Ну что-то небольшое, да? Угу. Не, плотвычка. Таранушечка сегодня идет у нас тоже, да? Угу. На лодка гоцает. Вот один. Потом. Ага, вот за ним еще один. На той стороне под камышом.
Я не знаю, наверное, на лодках же запрещено. Там, может, знаешь, как на ту сторону переета. Переплыл, сел там и ловит. Хотя я сомневаюсь, что он переплыл и там ловит. Это же где-то по-любому. Может, дорожки стоят, а может, не знаю, что. Стал бедняга, наверное, грести. Ну, расскажи, ведь, твои ощущения, как ты подлещика тянула. А? Ты шо? Понравилось? Угу. Ни с чем не сравнить, да? С карасем не сравнить. С карасем не? Не. Твои предположения о том? Карась. В траву завел, да? Ты ведешь не туда, куда я вытащу. Ну так он же хозяин воды. Ну да. Хороший, да? Нормалек. И лодка вон перевернулась. Пацанчик пересел в другую. Каяки или как они называются? Вот у тебя каяка. Карасяка-барбасяка, да? Ага. Карасей сегодня полно. До моторки тренер приплыл. Забрал паренька. А я смотрел, паренька не видно. Смотрю, лодка перевернута, а этого не видно, мальчика. А он, видать, вот сбоку держался с той стороны, что его не видно было. Так тренер его вытянул на лодку, посадил и забрал. Закончилась рыбалка у нас с Витулей. Приехали домой уже. Вот такой улов сейчас покажу вам. Хватит на тараночку. Засолим и подлещики, и плотвичка, тут и карасик. Все на таранку будет. Я бы такой, что карасика не солил. Но Вита говорит, давай засолим карасика. Диана у нас любит карасика соленого. Тараночного карасика. Так что придется солить. У нас и Аленка любит. Ну как это слать ей? Ну и Алена любит, да, Вита говорит. Ну Алена аж в Польше. Так что пусть там ловят и солят себе, что хотят. Спасибо всем, кто подписался. Кто не подписался, подписывайтесь. Всем мира, добра, до новых встреч, скоро увидимся, пока-пока. Я ж забыл вам за квас сказать. Вчера что-то квас делали, сейчас попробуем. Ну, как по мне, надо меньше цикория, наверное, ложки полторы. Ну, а сахар, кто послаще любит, кто любит покислее, уже по вкусу делайте. Ну, а теперь пока.